И снова всем большой привет. Привет. Значит, смотрите, сейчас мы будем за череп выдергивать весь позвоночник, декомпрессируя, соответственно, весь столб позвоночника, там может дойти даже до крестца и до копчика. Но сначала протестируем. Вот человек лежит спиной вниз, да, остистый отросток, черным показано, да, он вниз направлен, поперечный в бок направлен. А если позвонок повернут, мы чувствуем снизу позаостисто, протестировали, он повернут, да, то, соответственно, боковые тоже повернуты, и куда-нибудь они сдвинуты, либо сюда, либо сюда. Вот какой-то небольшой люфт у них есть. Соответственно, вот это вот нам надо понимать, как бы в 3D. Берем за остисты сзади. Нет, это ничего не делал вообще человек, подтверждаем, чтобы он ничего не делал, не помогал, а полностью расслабился. Вот остисты проверили пальчиками там, да. Теперь боковые отростки. Вот сосцевидный отросток идет, если голову повернуть в бок, у нас видно грузино-ключичная сосцевидная мышца, вот она, да, и за ней, прямо вот тут вот, сразу атлант, там сантиметр отступили вниз, второй позвонок, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, и так до конца. Протестировали остисты, теперь любыми пальцами, можно большими, ну, какими удобнее, на наклоны, где выпирают, вот все прошли, на ротацию, на кивок, так вот, где подвижность есть, где нет, где выпирает, ну, у тебя как бы ничего такого особенного нету, все в норме. Сначала мы разминаем шею, да, чтобы убраться из спазма, чувствуем, что она легенькая, вот лежит. Нет, сам ничего не понимаю, вот под черепом он лежит, качается на наших пальчиках, вот так вот, да? И прежде чем поворачивать или какие-то приемы делать в боковые, да, лучше сначала растянуть, декомпрессировать. Для этого сворачиваем простынь, полотенчика, вот такую полосочку. Она у меня уже была, бывавшая уже в ходу, уже потрескалась эта полосочка. Швом желательно развернуть от тела человека, да, чтобы не поцарапать его, и вот в ту сторону, чтобы не рвалась. Если сюда, то рвется с этой стороны, вот видите, надрывы. А шов он крепкий, он с той стороны скрепляет. Под череп подводим. Спустись немножко по столу туда. Еще спускайся. Вот, все, достаточно. Значит, для тех, у кого худая шея, достаточно просто потянуть. Уже достаточно, то есть не обязательно дергать, у кого-то уже и так будет хруст, у некоторых болезненная очень шея, да, поэтому не торопимся прям сразу дергать. Потянули, вот так с натяжкой покрутили и раз в бок. Это вот можно атлант поставить и легким движением. Все говорят, что атлант сложно поставить, но на самом деле все очень просто, вот любой легенький движение. Захватили здесь над носом, ну, естественно, чтобы он дышал. Предупреждаем, чтобы расслабился. Неугадываемые движения, глаза закрыл, челюсть сомкнул. Потянули, видите, я уперся бедром в стол. Стол никто не едет, только человек. И... Может, ноги зафиксировать ему? О, хорошо прям. Было, да? Вот я даже не сильно дернул, но за счет того, что человек большой, он своим собственным весом прижимается к столу. Если бы он был легенький, ну, как Татьяна у нас, например, да, то надо было бы, чтобы другой человек его держал за бедра, либо прям лег на бедра. Вот всем своим весом, да? Не посел на бедра. Сейчас попробуем сесть. Так, было где, говори? Шея. Вот здесь. Вот. Пятый. Да? Два позвонка вот здесь. Там пятый. А в груди не пошло? Не, в груди не было. Давай спускайся еще вниз. Ну, все. Если заметили, вот теперь нюансы, да? Я дернул его горизонтально. Получается вдоль позвоночника. Вот. Если хотим до грудного отдела, чтобы дошли, да, тогда будем дергать вверх, и за ременные мышцы там где-то до 5-6 дойдет. То же самое, упираемся. Расшатали. Ну, соответственно, смотрите, когда мы дергаем, себя дергать неудобно, локти упираются, да, вот мимо себя, вот туда. Вот и теперь под другим углом. Так, сейчас до куда дошло? До грудного дошло, да? Вот примерно до 5-6, видите, доходит. Еще спускайся. Третий нюанс. Если у человека
выпирает назад третий, четвертый позвонок примерно, да, то есть лордоз, у него, естественно, лордоз должен быть, да, он у него спрямлен, то тогда мы вот этим краешком, как раз где у нас шов, да, подгибаем под серединку, вот уже лордоз мы увеличили, да, и основное держим не за все полотенце, а именно вот за этот краешек, да, то есть нам туда воздействие нужно. И движение было такое с кивком вот таким, подняли и вот туда кивнули. Растрясли, растрясли и опять же хрустнуло, да? Вот такой приемчик. Есть нюансы. И еще один прием. Когда мы берем уже потолще полотенце, нам понадобится. Вот такой, например, скручиваем. Такую полосочку, чтобы потолще было, вот. За голову. Ну, пускай. Обнимаем его всего. И здесь важно захватить снизу за затылочные кости. Не вот здесь сбоку, да. Во-первых, два хватаем, верхнюю и нижнюю часть. А, потому что ухо можете сорвать. Да? А туда за затылочные кости. Вот прямо вот здесь вот в этом мы захватились. Вот тут видно, да? Вот прямо за это затылочные кости хватаемся. Соответственно, там натяжение посильнее, а здесь, чтобы не задушить, вот полегче. Такое воздушное пространство оставляете. Вот. И там хватаемся сзади. Чуть-чуть воротник просто мешает. Пускай голову. Вот расшатали. Упор в стол. Да? И тут тоже можем маневрировать. Если вот под таким углом череп у нас, да, то в основном верхняя часть. Если вот под таким углом, то уже грудная часть пойдет. Шатали и дернули. Хрустело, здорово. До груди дошло, да? Да. У вас цвет изменяется лицо. Прозовело. Пугаете? Ожимаю. Ну, естественно, чем человек старше, тем все осторожнее делаем, да. Спускайся сюда. У людей после 70 лет... Больше? Да, спустись, чтобы коленками зацепиться за стол. Еще один период, зацепились коленками. Ну, если у нас нету ассистента, да, тогда он сам цепляется коленками. Ну, у профессионалов есть специальные столы. Это уже другие столы, в которых всякие там штыри вставляются, чтобы таз, например, держать. Вот так, да? Мы без них. Используем вот такую петля Глисона называется, но это самодельная петля. Просто вот натянутая тросик через трубочку, да? Выравниваем серединку, чтобы была под шею. И обратите внимание, клади голову. Все мои захваты были за верхнюю скулу. Вот мы тянемся за верхнюю скулу. Нижняя челюсть нам в данном случае не нужна. То есть верхняя только челюсть. Посередине выравниваем. Чтобы было симметрично. Опять упор в стол. И у нас вот какая уже натяжка есть. Сползло чуть-чуть. Смотрите, чтобы на ухо не сползло. Упор в стол и... Было, да? До поясницы. Во, до поясницы даже дошло. Ничего себе. Здесь прям там это пробило. В ногу не стрельнуло? Нет, в поясницу прям так. Это на второй раз, когда второй раз. Заметили, второй раз был. То есть я дернул один раз. Человек не ожидал, что я дернул второй раз, поэтому расслабился, и поэтому я успел поддернуть второй раз. Вот второй раз уже конкретно дошло. Ну, по поводу поясницы, ложись немножко назад, обратно возвращайся. Так хорошо. Уже в нирвану. Поясница как пробила. Больше ничего не надо. Отдельно для поясницы, да? Если человек жалуется на поясницу, и мы его уже до этого размассировали, да, то теперь, чтобы дошло до туда обязательно, предложим ему сесть на попу, садись просто ровно. И под поясницу подкладываем подушку, она вот такой вот высоты, как раз тазовые кости закончились, да, и вот ровно под поясницу получается. Выкачивайся назад. Выкачивайся.
Вот, ноги можно тоже поднять, на другую подушку приподнимай. Клади. Вот, получается, мы как бы препятствие делаем для поясницы. Сейчас волны пускать будем. Волны, да нет, без волн, наверное. Под череп. Натянули, натянули. Если человек видит, что не расслабляется, да, то я такую как бы медитационную сказку рассказываю. Представь, что ты лежишь на пляже, теплый песочек мелкий, такой мелкий под тобой. В небе ни облачко, чисто голубое небо. И где-то там, наверху, у тебя нет ни одной мысли, тебя ничто не беспокоит. И только наверху ты замечаешь одну маленькую одинокую чайку. Акулу. Вот, целая стая полетела. Ой, прям. Ну, уже поделись мнением, докуда у тебя долетело? До пяток? Ну, это как до пяток. До поясницы дошло. Да, да, прям. Так видишь, это расширение пошло там. Вот такие способы. Вытащим, вытащим. Подушечку. Ну, под поясницу можно подкладывать, вы можете маневрировать, либо вот такой вот прогиб, да, прямо он ложится, поясница как раз получается на самой верхней точке. Либо йога-кирпич, так называемый, да, ну, кто похудее, например, да, ему такой можно предложить. Либо гвозди, да, либо гвозди можно, да. Ну, гвозди, конечно, кожу сделаешь, гвозди это аккуратно надо. Следующий прием. Давай подушку нужно вытащить. Ух ты! Да-да, попробуйте можно уже. Тут же расслабило. Хорошо. О. Расслабило, да? Да, прям. Вуаля. Прям гибкость появилась у тебя. Гибкость. Гибкость. Сползает чуть туда чуть-чуть. В ушах. Следующий прием. Ну, либо на пальчики одеваем, да, либо какую-нибудь там салфеточку. Угу. Через рот, потому что делается. Предупреждаем, чтобы не было вставных частей. Нет, через. Пластмассовая? Да. Вверху или внизу? Вверху, внизу. То есть она вынимается даже. Ну, тогда не получится сделать. Нет, тогда на цели попробуем. Ну, давай, вставай, да. Хо-хо. А за челюсть было круто. Я вообще не ожидала. Ну вот. И сколько у нас сюрпризов еще есть. До черепа дошло даже, да? Я думала, что у меня нормально тут все, оказывается, есть. Не, оно всегда бывает что-нибудь. Ну, что не бывает. Ну, еще вот этот повернут. Да, это тоже. Йо, это вот этот поезд. Завтра будем вот такие приемы делать. Вот, поставил я седьмой позвонок. Прям седьмой. А мы что будем второй? Поставьте, поставьте. Поправьте меня, пожалуйста. Ну, может, Женя это сделает? Нет, вы сделаете. А пока еще не надо?